Кино это формирует общественное мнение на ту или иную тему. Поэтому кино должно прежде всего образовывать, объединять, самое главное, вдохновлять. Идея, сценарий, команда. Что необходимо для создания успешного фильма? Мальчишки и девчонки программы «Летняя детская киноакадемия» во Всероссийском детском центре «Смена» узнают на мастер-классе «Продюсер в кино» от режиссера и продюсера Алексея Петрухина. По словам известного кинематографиста, кино начинается с идеи и заканчивается на зрителей. И самым трудным является именно последний шаг, чтобы на фильм обратила внимание публика. Также успех любого фильма зависит от сценария. Если вы приступаете создавать кино, снимать кино, то у вас, конечно, должен быть уже полностью отработанный, обдуманный, все до мелочей, разработанный сценарий. Это главное. Зачем, для кого, для чего? Вопросы, которые должен задать себе каждый продюсер, прежде чем начать снимать. А главное в этой профессии – создать единую команду. Она напоминает искры, которые необходимо объединить в один костер, чтобы проект стал успешным, говорит Алексей Петрухин. Мастер-класс проходит в форме диалога. Юные кинематографисты задают много вопросов про продюсирование, про создание, продвижение фильма и многое другое. Как актеру выделиться среди того? Да, я помню этот вопрос. Вчера же мы же... Да, и вот хотела спросить, это зависит от твоих талантов или же больше от твоей харизматичности? Вот что такое харизматичность? Это, с одной стороны, твой дар, с другой стороны, с этим тоже можно работать. Это умение отпустить себя, умение быть собой. Когда говорят, ну я понимаю, что вы сейчас скажете быть собой. Не, ну быть собой, это имеется в виду не подражать кому-то, не бояться какого-то стеснения, да, вот... Это именно, как сказать, это и есть тот самый дар. То есть быть собой не так просто. Как отмечают будущие кинематографисты, встречи с такими профессионалами бесценны и приносят новые знания и опыт. Это огромный опыт, в первую очередь. Я очень рада, что попала в «Смену», я здесь первый раз. И когда ты сидишь и слушаешь от реально профессионала и фильмы, которые ты смотрел, и ты знаешь, что это их продюсер, и ты просто не понимаешь, что, как ты можешь находиться с ним рядом, и ты слушаешь и вникаешь в каждое слово. И тебе настолько запоминается, западает это все в душу, что мне кажется, это запоминается на всю жизнь. И советы, которые он дает. Киноакадемия, наверное, это то место, когда ты приезжаешь сюда, тебе сразу хочется снимать, сделать кино, общаться с классными людьми, с актерами, с режиссерами. И именно здесь они, наверное, так близко к нам находятся, что нигде, кроме как здесь, нельзя познакомиться с режиссером, пожать ему руку, сфотографироваться, задать какой-то личный свой вопрос, обсудить сценарий. Алексей Петрухин пожелал участникам летней детской киноакадемии творческих успехов и отметил, что всегда рад помочь советам. От каждого посещения киноакадемии, конечно, только такой мега-заряд положительной эмоции. С одной стороны, ты приезжаешь вроде бы как здесь что-то дать детям, а реально все, я уже даже еду сюда, знаю, что отсюда приезжаешь, здесь заряжаешься, потому что отрадно видеть это стремление, желание, увлечение.